Я вам даю несколько словечек. Составьте с ними словосочетание. Суп-роп. Суп? А предложение? Можно. Сукровица. Сукровица. Или сукровица иногда. Что это такое? Я два слова ставлю. Что такое сукровица или сукровица? Вот у тебя болячка, скажем так, да? Лекарство какое-нибудь? Нет, прошепчик. Это не кровь, а вот та жидкость вокруг болячки, да? Она называется сукровица. Так. Сукровица кровь. А, близко. Сукровица кровь. Красная зеленка. Это близко. Суммяцица. Оставь. Суммяцица. От слова сука? Не знаю. Как он смотрит на доску? Суглинок. Суглинок. Сумерки. Сумерки. Думаем пока. Думаем. Коль, мы тоже думаем. Нет, я пока до кого. И отдельно я напишу слово сумасшедший. Пожалуйста, не ошибитесь. Сумасшедший. С ума сошел. Тут так сумасшедший, что только с ума сошел. Давайте подумаем, где у нас есть древняя приставка? Сум. Да, сокровище, оно все-таки сокровище. Там все понятно, да? Сокровище, оно скрыто. Нет, а вы сокровица. А вот сугроб. Это снег, это такая горка большая. Сугроб. Ну, давайте пунктирчиком выделим эту приставку, потому что она уже умерла. Можешь похоронить? Итак, сугроб это то, что... Это большой холмик снега. Как бы сгребено, да? Сгребено это и снег. То есть похоже чем-то на гроб, но не гроб. Правда? Я написал, я закопался в сугробе в сумерках. Давайте попробуем. Так, я закопался в сугробе в сумерках. Хорошо, еще. В древности
покойника хоронили в том, что было нагребено. Земля, конечно. Земля – песок. Да? Может, так, сукровица – то, что рядышком с кровью. Почти кровь. Сумятица. Сумятица. Давайте сумка подумаем. Сумка, может? Нет, не сумка, нет. Еда какая-то была. Что такое мять? Давай подумаем. Мять – это вот я. Превращаешься в пластилин. Можно слово мята? А слово мята – это близко. Да, мята она, потому что мы мут. Думаем. Думаем. Мятится. Подсказка такая. Пушкин писал слово метель через я. Мятель. Мне кажется, что как мятель – это сжимать что-либо. Ну, то есть, как бы, придавать ему другую форму. Сжимать, придавать другую форму, согласна? Мять. Мятишь. Это вмятина, может? Вмятина отсюда же, да? Правда? И сумятится, когда что-то не так происходит, да? Что-то как будто бы мнется. Сумятится. Так, хорошо. Это от слова глина. То есть это почва, земля, которая вместе с суглинок пунктиром слово выделяет. Сумерки предшествуют мраку. А вот теперь словечко сумасшедший. Там какая? Ума зашла. Да, там результат какая? С. Докажи. Почему не су? Сумасшедший. Сумасшедший — это кто? По происхождению это действительно три слова. С ума сшедший. С ума сшедший. Сшедший. Сошел. Слово очень сложно разбирается, да? А это что? Приставка в середине? С да. Ум. Исходит. Это слово приставка. Что такое А? Вроде бы соединительная гласная – это только О и Е. А это вообще не поймешь, что. А, суперстатус. Сумасшедший. Может, это суффикс? Окончание можно? Это первая буква. Окончание. Будем считать, что это суффикс, да? Дальше. Ш, конечно, корень. Ш. Еще один нормальный суффикс. И окончание. И прекрасное окончание. И нам известно. Сумасшедший. Ну, раз. Словечко сумасшедшее. Значит, наверное, и разбор должен быть немножко сумасшедший, да? Привыкайте к этому. А это окончание, что ли? Привыкайте. В русском языке ничто просто так друг к другу не прибавляется. Потому что русский язык любит чередование. Любит странности на стыках морфем